Если ты не хочешь, чтобы эта страшная девочка пришла к тебе ночью и не начала тебя пугать, просто поставь лайк и подпишись на канал. Я тебе честно говорю, это все не шутки. Если ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал, то она к тебе придет и будет пугать. Поэтому не бойся, ставь скорее лайк и подписывайся на канал. Всем привет, мои внучатки, чертятки, котятки, поросятки. С вами я, бабушка Хренюшка. Вот. Внучата, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, потому что я знаю, что кто-то из вас точно не подписан. Потому что я смотрю. А вот этот точно не подписанный, вот этот не подписанный. Вот. Поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Ну и конечно, досматривайте ролики бабушкин до конца. Вы же бабушку любите, значит, и ролики надо тоже досматривать до конца. Короче, внучата, знаете, что я сегодня решила? Я наконец-то решила, что мне надо снести забор. Вот этот вот забор вообще убрать. И знаете, что я сделаю? Сейчас я вам покажу. Вот эту территорию, короче, я объединю. Вот видите, у меня тут гараж. Вот здесь вот надо гараж продлить. Вот так вот. Стену вот эту снести. Вот эту скалу. Так, у меня телефон, что ли, звонит? Подождите. Подождите. Алло, бабка. Алло, я тебя слушаю, Михаил. Алло. Короче, чё? Тут беда в деревне. Какая беда? Тут чё беда? Беда. Да тут такое. Ай, ладно, все, сейчас приду, подожди, господи. Какая-то беда в деревне случилась. Так подождите, внучата, со стеной мы еще успеем разобраться. Подождите, а что там, что у них там в деревне-то происходит? Ёперный баба болит. Бабка! Чего? Ой, это что за стол? Дома взрывают. Какие дома взрываются? Ты что несешь? Да я тебе говорю, смотри. Ну так это что, ну столбы, зачем столбы красивые такие наставили? Это не мы, это он! Кто он? Папа Эд Симпл Димпл! И где он? Он ушел. А какого фига меня так назвали? Ну так убирайте эти столбы, значит, чините дома бабушка. А дома причем. Ты нам восстановишь? Вы сами восстановите, у вас что, рук нету? Бабка, я тебе говорю, помоги нам. А, он сказал, что еще вернется. Да, только бабушку зря отвлекли. У бабушки такой был план, господи, ну чё-то вы видите, вы слышали же, мне надо забор убрать, гараж продолжить, стену снести, даже просто уж за ними все говорят, бабка, помоги дома строить. Нет, эти жители вообще обурели. Вот реально обурели, я что, строитель что ли, домов? Я что-то не поняла, я вообще-то старая бабушка. Ужас какой-то, нет. Ну чё-то, это ни в какие рамки не лезет. Так, ладно. Михалыч, ты еще когда-нибудь получишь у меня. Так, ладно, пойдем дальше своим делом заниматься. Так. Идем. Так. О, точно. Знаете, что я подумала? А что я буду сама так вот эту скалу убирать? Я ее, знаете, как сейчас сделаю? Сейчас я вам все покажу. Так. Это значит, вот сюда отфигачу. Так, и где мне надо ее докуда убрать-то? Так, я сам снизу сфигачила. Наверное, вот до сюда. Во. Оп. Ну-ка, внучаты, сейчас бабушка проверит, то она сделала или не то. Ой, господи, вот это я, Матрёна Ивановна-то, не туда и заехала. Сейчас вот так вот, оп. Так, сюда. Ну вот, красота. Так, поехали. Так, сюда. Бабка! Господи! Нет, они когда-нибудь от меня в покое оставят? Бабка! Ну все. Сейчас я вам устрою, так сказать, Варфоломеевскую ночь. Сейчас я вот приду к вам в деревню. Я вам всем, знаете, что надаю. Бабка, скорее. Нет, это что такое? А что это не... О, нифига себе. А зачем они строят? Я им сказала убрать, они еще строят. Так, это что такое? Он опять приходил. Кто приходил? Попыт. Так, короче, я что, буду тут караулить, когда он приходит, уходит, когда, блин? Короче, сейчас... Бабка, ты тоже нападаешь! Все, тихо, бабушка сейчас все пришает. Так, берем, значит. Сейчас бабушка все пришает такое. Вот. Так, вот возле столбов, значит, давайте так, как у дом целый. Ой, господи. Во, вот этот вот алмазовый целый. Так, вот сюда камеру присобачу. Бабка, нам так. Очень страшно, мы, короче, уезжаем. Все. Уезжаем. Камера готова. Да успокойся, я сказала. Так, камера готова. Так, ты не хочешь нас защищать? Я защищаю уже, успокойся, я тебе сказала. Так, и оп, вторая камера готова. Так, на эту поставили, так, на золотой дом поставили. На вот этот поставили, так, на какой еще поставим? Так, ну что-то давайте. О, вот этот тут какой-то непонятный, ну на него тоже давайте поставим. Так, все, три камеры зафиксировала. Короче, теперь, если что-то случится, я все увижу, не переживайте. Хорошо, мы тебе верим. Так, подождите, а проверить-то надо, подождите-ка. Камеры-то проверить надо сначала. Так, ну-ка, первое. О, все, короче, все работает. Все, ну что-то, пошлите домой.
Давай пошлите! Ужас-то какой! Нет, ну это попит, попит! Говорит, попит приходил! Попить, может быть? Может, они что-то не поняли? Короче, ну что-то, знаете что? А если вы знаете, кто такой попит? Попит, 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 обязательно пишите об этом в комментариях! Ночь уже, что ли? Нифига себе, так, слушайте. Это что, бабушки? Так, ну-ка, подождите-ка, я камеру-ка настрою первую, ну-ка. И чё? Ну-ка. Да нет, он житель домой побежал. Жители, я вас предупреждал, теперь я буду разбирать ваши дома. А где он? Так. Ну чё ты? Так. Подождите, а сейчас я, подождите, на вторую переключусь-ка, подождите. Так. На вторую, во, вот так хорошо видно. Смотрите, так. Это что, он разбирает дома, что ли, бабушки? Я вам говорил, на тебе по шее. Офигеть, смотрите, он еще и жителей долбит. Ну, я так, оставил. Этот дом я забираю себе. Вы посмотрите, что он творит-то. А, вы говорите, дом самый богатый у старухи какой-то? Пойду-ка я к ней в гости. А давайте-ка, о, точно, точно, смотрите, сейчас он, короче, придет. Смотрите, опа. Тыц-тыц. Так, пусть идет. Тыц. Сейчас бабушка его, так сказать, с распростертыми объятиями подождет. Так, сейчас, внучатый. Сейчас бабушка вам покажет, как он будет мне дома разбирать. Так. О, этим домиком можно поживиться. Поживиться, говоришь? Хорошо, хорошо. Где это чудовище? Надо подкрасться к нему сзаду. Так, так, так. Ну что-то вы видите его? Темно, представляете, 3 часа ночи наступило уже. О, кухонька. Поесть. Он на моей кухоньке. Тихо. Так. Сейчас он к холодильнику подойдет, а я его... А? Ну ты зараза, а? Ты что тут у меня раздумал? Ты кто такой, а? Выпусти меня, ты! Я тебя сейчас так выпущу, ты кто такой, я тебя спрашиваю, слышишь ты? Я говорю, я попыт! Попыт я, а я бабка Грэнни, которая тут живет! А я антистресс, теперь а живу я! А я тебе говорю... Так, ты что, не понимаешь? Ну ладно. Так. Сейчас я тебя устрою, я тебе сейчас... Ай! Стоять, я тебе сказала! А! Попался? Попался, я ты тебе сказал. Ты меня выпустишь или нет? Так я тебе сказала, ты кто такой? Ты будешь тут попыт сидеть? Я. И что? Тебе кто разрешил? Ты куда? Так. Ну что ты? Это как это он ходит? Ах ты зараза. Ну-ка пошел отсюда. Ай. Я тебе сейчас устрою. Сейчас я тебе... Так. Да куда ты? Так, ну что-то, ну все. Это была последняя капля. Так. Сейчас мы его, знаете, что сделаем? Сейчас мы его... Нас не найдут, нас не догонят. Сейчас... О, ну чё-то я знаю, что сделаю. Ха-ха-ха. Смотрите, я вам сейчас покажу кое-что. Смотрите, что у меня тут есть у бабушки. Так. 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 Что у бабушки тут есть? Правильно. Вот тут-то мы его, так сказать, и закроем. Так. 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 Кроватку для него приготовили. А самое главное, знаете, что надо сделать? Вот это приготовить. Так. Усин ходит себе. Сейчас я его покажу, где у бабушки тут, так сказать, раки зимуют. Так, и раки бежим. Не зимуют. Ну, бежит он, говорит. Он говорит, я бегу. Так, вот эту стену надо тоже заменить. Кровать так. Нашел. Кровать нашел. Теперь смотрите, внучата. Ох, сейчас я ему... О, давай жить дружно. Смотри, я тебе приготовила комнату. Вот смотри, нет. Заходи. Вот даже вот здесь вот, смотри, дверь даже сделаю. Так. Все, а... видишь, какая красивая? Вот тут и будешь сидеть, в принципе, да. Да. А выбраться мне как? А выбраться тебе никак, понятно, я тебе говорю. Слышишь ты? Да никто не смеет никогда в мою деревню лезть. Еще тем более бабушкин дом. Теперь ты будешь тут жить вечно. Да я тебя. Да ты меня, я тебя. Короче, я завтра утром подумаю, что с тобой делать. Так, вот так вот все закончилось. Да я сегодня подумаю, что с тобой делать. Давай. Сейчас я тебя распилю. Размечтался. Пилитр. Короче, внучата, сейчас и бабушка будет думать. Что с этим попитом делать вообще, кто такой, надо все про него узнать. Эй, спаси меня. Но вы мне должны помочь, внучата, вы обязательно мне должны помочь, потому что я бабушка не знает, кто это. Поэтому как с ним бороться, бабушка еще пока не придумала. Ну ничего, до утра посидит, а завтра я его, так сказать, допрос ему устрою. Все, внучата, вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока.